Привет, друзья! 7 февраля в 16 часов 30 минут на автодороге Тулоново-Московск в Киреевском районе произошло ДТП. По предварительной информации, 22-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Приора», врезался в автомобиль Renault Kangoo, за рулем которого находилась 49-летняя женщина. В результате аварии пострадала 16-летняя пассажирка автомобиля «Лада». Девушку госпитализировали с различными травмами. 17-летняя пассажирка автомобиля Renault после оказания медицинской помощи была отпущена. Берегите себя и своих родных. Не забудь подписаться, чтобы быть в курсе новостей.